А в Индии все спокойно, там объявили о прорыве в своей космической программе. Там прошли испытания нового двигателя, который существенно удешевит отправку грузов в космос. Это гиперзвуковой, прямоточный, воздушно-реактивный, так называемый двигатель. На испытаниях он работал всего 5 секунд, но подтвердил при этом самые ожидаемые положительные характеристики. Индийские эксперты говорят, что с таким двигателем килограмм груза можно будет отправить в космос за $2000. Сейчас все это стоит куда дороже, в 10 раз дороже, если быть точнее.